Сегодня, 18 мая, день музея, и мы посетили Эрмитаж бесплатно. Можно забронировать было билетики, и мы попали, наверное, впервые за 10 последних лет мы снова в Эрмитаже. Thank you.
думаешь, это враг народа? Кого-то сняли. Мама говорит, что врага народа. Много пустых мест. Тут какие-то с шапками, как у англичан. Сейчас посмотрим, что это. Какое-то побоище. Тронный зал. Красота. Какие-то. Да? А я думала, тронный. Георгиевский зал, говорят. Да, Георгий Победоносец. По-моему, он тронный назывался. Ну, посмотрим, на каком троне сидел Петр Первый. Вот и павлин. О боже, какие люстры. А я люстры люблю. Люстры люблю такие. Вот находятся такие часы в виде павлина, который кукарекает, кричит. Каждый час, по-моему.
А вот и Рембрандт. Возвращение блудного сына. Вообще я Рембрандта люблю. Оля. Тут еще весна должна быть, картина, которая мне нравится. Вот это мне еще картина нравится. Флора. Тоже Рембрандт. Ой. И Даная Рембрандта. Тоже часто приходили ее сюда смотреть. Есть еще тут Тициана. Будем искать. Вот это тебе нравится. Угу. Что здесь тебе нравится? Вон корабли. Нравится? Потолок какой красивый. А мне нравится архитектуру смотреть. Интерьеры. Смотри, какая красота. Я считаю, что это не скульптура, и этой скульптуре не место в Эрмитаже. Глупость, стоящая на смерти. И эта скульптура развивает сюжет вот этих вот эрмитажных картин. Иллюстрирует басню Эзопа глупые птицы не верят в сове, предупреждающей о приближении охотника, и платятся за это жизнью. Да, я помню, мы здесь тоже ходили часто. Вот это как такой зал успокоения. Да, вот Эрмитаж – это место уединения. Во-вторых, это мне Психея нравится всегда. Нравилось. А вот и Мадонна с младенцем в Риме. Британский музей. Нет, британский музей. Это точно не похоже.
там все египетское, да. Ну, значит, придется. Африканское. На римское похоже, на это, на Ватикан. Нравилось. Артемида? Нет, Диана. Ну, Диана по-итальянски, Артемида по-гречески. Гема.
Изгнание Батиста Тьеппола. Похищение свиняток. Это что-то не то, по-моему. По-моему, вот это тут Венеция. Каналь. Прием французского посла в Венеции. Ну, так тут французского посла принимают. Интерьеры шикарные, просто потолки обалденные и полы. Вот они, рыцари на конях. Креативы красивые. Микеланджело и Рембрандт. А вот это, мне вот это нравится. Ну какое-то такое лицо тоже. Портрет дамы в желтом платье.
Идем смотреть Даная. Такая еще Мария Магдалина. И вот еще. И Святого Себастьяна. Вот еще хорошая картина. Юдифью. Венецианское стекло. Ты грифель такой маленький, все вот это. Это что, бутылки? Так мы гуляем по Эрмитажу. Тебе понравилась наша экскурсия? Ну, как всегда, мамка жжет. Что-то хочешь сказать? Не трогай руками. Красивый стол такой, да? Хочу такой стол. Я тоже такой хочу. Интересно, сколько миллионов долларов? Мрамор какой-то. Смотри, какая толщина. Смотри, какое золото. А какие, золото. А какие ножки? Не только сына. Кто его держит? Не только столешница. Обалденно красиво.
Ну вот, заканчивается наше путешествие. Сходили мы в Эрмитаж. Тебе понравилось, мам? Ну, как сказать. В принципе, да, понравилось, но это не мое. Как Татьяна Лавина, Евгения Онегина. Теперь отдать я рад все это. Ветошь, маскарад, весь этот чат. Заполнил книг, стыки сад, за наш бедный жилище. За те места, где в первый раз они увидели нас, за смиренное кладбище. Так египетский. Дионис, бог виноделия. Клио. Это кто? Афродита. Однако, какой красивый зал. Не, ну тут на выход уже. Мы сейчас на миллионную, наверное, будем. Виктория. Статуя Мельпомены. Такой вот он Шуваловский проезд. Нам туда. Мы будем садиться на Дворцовой. По Дворцовой хочешь пройти? Пошли по набережной пройдем.